Решение французского правительства отложить постепенный отказ от использования некоторых пестицидов, возможно, убедило фермеров прекратить свои протесты, но привело в ярость защитников окружающей среды. Власти обещают не вводить новых запретов на химикаты для борьбы с вредителями, в том числе и на те, которые используются в других странах ЕС. Депутат от соцпартии, автор парламентского доклада, в котором рекомендовалось ограничить использование пестицидов, выразил сожаление по поводу этой уступки. Nos conclusions, c'est qu'il y avait urgence à agir. Il y a des impacts très forts sur l'environnement, sur l'eau notamment, sur la fertilité des sols et bien sûr sur la santé humaine. Et les premières victimes, c'est le monde paysan lui-même. Но фермеры уже давно жаловались на то, что правительственные цели по сокращению пестицидов ложатся на них непосильным финансовым бременем. Ils nous enlèvent tellement de produits qu'on va plus pouvoir travailler. Ou alors c'est de l'investissement dans des robots, pour désherber. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les robots pour désherber, ils sont pas forcément encore au point. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut plus investir. С использованием пестицидов связывают сокращение на 2/3 популяции насекомых-опылителей на сельскохозяйственных землях во Франции. Есть также данные о том, что некоторые химикаты могут вызывать такие заболевания, как Паркинсон. Правительственный план предусматривал сокращение использования пестицидов вдвое к 2030 году.